Хорошо. Итак, мы продолжаем прогулку по заснеженным улицам города. Сейчас мы идем по улице Лесной и выходим на улицу имени Гагарина, в прошлом Гвардейской, Гвардейскую. Итак, мы предлагаем вместе с нами пройтись по улицам, в данном случае по улице Гагарина, бывшей Гвардейской. Не пугайтесь, не беспокойтесь, все обошлось нормально. Это лихо. Такой лихой водитель заехал или подъехал к своему дому. Thank you.
это перекресток улицы Гагарина и Рудненской. И вот справа красный забор. Сейчас здесь станция техобслуживания, а раньше здесь была на этом месте проходная военного городка. Ну, сейчас там вся территория застроена, конечно, коттеджами. Ну а на этом месте станция техобслуживания и стоянка автомобилей. А мы переходим на противоположную сторону улицы Рудненской и продолжаем идти по улице Гагарина. Итак, мы подошли с правой стороны здания из красного кирпича. Это вот реконструированное здание бывшего развлекательного центра «Фараон», а ранее здесь еще в советские времена здесь был магазин, мебельный магазин и еще магазин промышленных товаров, кажется. Вот сейчас место развлекательного центра «Фараон», здание которого очень долго пустовало, не знаю, наверное, не один, а, наверное, и даже не два года. А сейчас здесь вот, буквально за лето построили вот такое здание, в котором, скорее всего, будет торговый центр. На этом вторая часть заканчивается. Всем всего доброго и до встречи в третьей части видео.